Поехали, блин. Давай, садись. Только белый. Белый. И мокрый. Давай. Дальше. Не пропадай. Только аккуратненько. Ну, нет. Что, ты покурил уже? Не держись, ты пиво пил. Едем аккуратно и нежно. Давай, прыгай. Обязательно, дорогая. Аккуратно, нежно, красиво. Ты умеешь. Да, это будет хуёво, будем толкать. Че? А я так уже гулял. Я забыл музыку включить. Ну, ладно, я на ходу включу. И каску забыл одеть. Ну, каску ладно, у меня. Я забыл таблеточку ебануть с тормодолом. А нет, ночью не работает. Что там Антонина хорошего рассказала? А? Не вкуснее. Аккуратно. Ну это правильно. Я тоже хочу. Это значит, что у нее есть бабки. Просто,
Сейчас приедем домой, ты мне все расскажешь. Эй, не дергай так. Не надо, сейчас мокрая дорога есть пальца. Вот эта часть, вот эта самая декраска, это самая скользкая хуйня. А там яма будет сейчас. Блять, не выебывайся со мной. Не пугай меня. Не пугай меня. Прямо на поезд справа. Всё. Левая часть дороги всегда ровная. Окей. Поворот. Спасибо. Я не видел. Мы не видим. Я хочу научиться с тобой ездить, чтобы ты был сзади, а я бы учился. Рядом. Ну, я понял. Я научился возить кого-то другого. Это прикольно, потому что безопасно. Ну, это как машина. А если на люльку поворачиваешь, то... Умберто, por favor. Если на люльку поворачиваешь, она поднимается. Направо вообще никогда нельзя поворачивать. Давай поставим моток не тут, где обычно, а вот там, под деревом. Давай. Типа нас нету дома. Все, кому не лень, спасают, где нас смотрят. Поворотный рулем, а вообще, когда ты едешь на большой скорости, то туда можно уже идти. Когда ты едешь на большой скорости, поворот может быть делом. Может быть корпусом. Лучше вернуть туда рулем. Не идешь это делать. Что он тебе гоняет? Как мне хуй делать? Чувствуешь, блядь, не идешь, ты тормозил, вот это самое. Поехали, я тебе не буду. Центральную хуйню. Ну, вот не надо. Чего? Да подожди, ты немножко мочи. Дело. Да нет, она, смотри, как легко. Стой, 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 не гири, смотри. Берешь прям двумя пальцами. И все. Теперь давай сюда, ближе. Хочу и буду. Там а ничего. Да никак, это запаркованное стоит уже хуй знает сколько. И как хуй знает сколько, ты смотришь, посолу нету. Ну смотри, оно вроде как приковано, а вроде и нет. Железка. Ну чуть-чуть подвинем. Для красоты. Я тоже стать хочу. Вроде да. Да. А кто ее закрывать будет? Я что-то думаю, что я буду работать в отеле, на всех забил. Блядь, ты что, другая здесь наработала, ты же вот. Сделала. Просто иди сетовала. Нет, блядь, там надо без сердца. Мы везде должны русские работники. Какого не сели можно? Закрывать надо или нет? Давай замок сюда повесим. У меня есть три замка левых. Выходит и пошел. Всего нету. Ну, пускай бы закрыл нахуй, если пошел бы на свои выходные. Пускай бы он закрыл и уехал на выходные. Вот, блядь, я был.
есть. Есть. Фу, хоть он был вместе. Эти чудики могут все что угодно. Мне рассказывают, что они могут даже через решетку, которая на балконе стоит, такой крючочек, хуяк, так на 2 метра, на 4 метра. Раз, поднял он ноутбук вот так, раз, хуяк, и айпад он вряд ли подымет. Хотя может магнитом. Так, какой он тяжелый. Ну там что-то железное есть. Че? Ну, почти. Сволочь. Я ж тебе говорю, что не знаю, что. Ну, пойдем, сам расслабишься. А, нет, спокойно, как хлам. Не, ну, хочу долго терпения. Да, понимаю, ты не терпения, как-то не было, все равно. Курили.